если, опять же, как бы, я не знаю, этот вопрос глубоко, и вообще, так вот сейчас, ну, если рассуждать, то, наверное, если там что-то есть, и это должно быть полезно как ресурсы, наверное, если есть на это силы, нужно как-то это осваивать, если другие страны тоже об этом думают. А с другой стороны, Луна — это ж такой достаточно непростой шарик, очень непростой. Ну, вот. Были уже изучения Луны, и так, если там верить в то, что мы все-таки не от обезьян, а что-то другое происходило, то если говорить каким-то там таким простым языком, то по шапке надавали, и туда люди не ездили больше. Вот я немножко вот так, ну, не то чтобы верю, что там живут чудища, но есть какие-то энергетические вещи, которые всегда люди держали подальше от Луны. Я думаю, что это останется все на стадии разработки. Очень как-то все это мистически звучит пока. Угу.